Здравствуйте. Здравствуйте. Нет? На канал? Профиль ТВ. С вашего позволения. Ура. Внутри сертификат, конечно, так от спонсоров. Не обманывайте. А можете посмотреть? Ой, одна рука у меня занята. Допустим. Не шутите, точно. Вот, ну и нам тоже нужно сделать небольшой прорасчет, но у нас, конечно, такой аппаратуры нет. Мы будем отсортировать граммофон. Отлично. Держите. Здесь мы обычно делаем метод, да? Вручиваем здесь тянет, да? Дальше. Как мне повезло нынче. Наши гости, которые у нас были известны. Теперь я у вас буду. Гость. Известный и почтенный. Достопочтенный. Тут работает наш диджей Александр. Святых. Знаешь, с тобой. Это не можно шепотом так говорить. Шепотом можно. Окей. Тут проходил ваш большой марафон вчерашний. Вот это вид. Видите, солнце какое. Одно удовольствие, наверное, диджеем здесь работать. Тут, в принципе, удовольствие работать. Приходите на дождь работать. Приходите. Да, вы же понимаете. Конечно. В хорошую компанию всегда нужны люди. Хорошая рыбка. Хорошая точка. Полезная еще, что вы. В чем полезность их должна заключаться? Ну, смотря какую функцию человек должен нести. Разные функции, да. Понимаете? Ну вот, честно говоря, я сейчас по поводу сотрудников, которые требуются, ничего не могу сказать. Окей. Сами узнают сначала. Спасибо большое. Узнавайте. Диджей, не будем отвлекать ему до свидания говорить, да? А дверь, дверь надо закрыть. Скорее всего, сейчас он какую-нибудь программу прописывает. Или подготовит себе фирму. Так, проходит подготовка к фирме, значит. Да, именно так.
Спасибо вам огромное. Большое спасибо вам. До свидания.